Вот, пришли мне по ссылке RF540 транзисторы. Их срабатывание затвора 2 вольта, 1,9 вольт, а емкость затвора где-то 1,9 нанофарад, кажется, на том приборе. Он тут показывает еще какой-то без диода. Может, он тут продавец разных напихал. У меня же было по-другому. Может, контакт отсоединится. Вот 1,7, 1,8 нанофарад, 1,9 вольт, очень низкое срабатывание напряжения затвора. Как правило, бывают подделки с таким затвором. Там, видимо, контакта не было. 1,75, 2 вольт нанофарад. И что емкость маленькая, это в какой-то мере и хорошо. Тем более, может быстрее работать будет. Но я подозреваю, что напряжение не могут не тянуть высокого, и поэтому от обратных выбросов быстро сгорать. Вот еще такие мне колечко токовые пришли, якобы из пермалоя, не знаю, или из пермалоя, или обманули, или нет. Вот и конденсаторы еще. Я там, мне они долго не приходили, я открыл споры, там одну часть как бы забрал. Наконец-то они пришли, они. Думал, что они придут уже. И TL-4-9 микросхемы еще. И N должны были прийти, а пришли где-то. N просто, без И. TL-494N. Странно. Вот я заснял из голограмму оригинальный цен микросхемы, которые в пачках в режиме работает. Она у меня до 1,4 МГц тянет максимально частоту. Вот такая силограмма. Этот пачками работает. На первую ножку подается 6 вольт, и пачки прерываются. Поэтому они не совсем вот такие ровные. Последние, первые, скважинность поменьше. Вот такими пачками идут. Теперь воткну я эту цену, посмотрю, как или будет работать с ней. Вот это пачки микросхемы TL-4CN. Вот это мне пришла такая вот посылка
должна была прийти, и она пришла. Просто L494N. Вот как она работает. Какие-то искаженные. Может, как раз будет эффект лучше проявляться.